все, что с улыбкой, любой жанр, относится и к нашему шоу. Сейчас веселые фокусы. Лауреат всероссийского конкурса артистов эстрады, финалист телепроекта «Минута славы», лауреат или победитель, как они называются, я точно не знаю, Европейского конгресса фокусников. Артем Щукин. Бокал и бутылка должны будут поменяться местами. Ну и чтобы вы не заметили, как я это сделаю, я буду использовать два этих цилиндра. Итак, цилиндр номер один опускается на бокал. Цилиндр номер два... Заметили? Спасибо, кто не заметил. Я, наверное, должен объяснить, почему он оказался здесь. А вот когда имеешь дело вообще с такими хрупкими предметами, как бокал и бутылка, вот всегда нужно иметь запасную. Вот мало ли разобьется, а мои ассистенты просто забыли убрать ее в гримерку, вот так оказалось здесь. Выкрутился вроде, да? Так, не обращайте на это внимания, давайте просто продолжим. Итак, цилиндр номер один опускается на бокал, цилиндр номер два опускается на бутылку. Вот все, что нужно сделать, чтобы они поменялись местами, это провести магические пассы и щелкнуть пальцем. Проверим. Получилось. Но это очень легкая часть фокуса, очень легкая. А вот сложная часть этого фокуса — вернуть их обратно. Браво, браво. Так, я чувствую очень много сомневающихся. Почему? Я не сомневаюсь. Действительно, вернул обратно. Все, все по-честному. Но для тех, кто сомневается, я с большим удовольствием покажу еще один раз. Итак, цилиндр номер один опускаем на бутылку. Цилиндр номер два, как вы все помните. И еще одна.
не обращайте на это внимания. Так, давайте лучше продолжим. Итак, цилиндр номер один опускается на бутылку, цилиндр номер два опускается на бокал. И они меняются местами. Но для тех, кто еще не понял секрет этого фокуса, а такие, я надеюсь, есть, я с большим удовольствием покажу еще один раз. Итак, цилиндр номер один опускаем на бутылку. Цилиндр номер два... Еще одна. Не обращайте на это внимания. Так, давайте продолжим. Цилиндр опускается на бутылку, цилиндр номер два опускается на бокал. И они вновь меняются местами. Вы знаете, меня недавно спросили. Артем, а слабо тебе показать с одним цилиндром? Да. Не с двумя? И вы знаете, я ответил, ну почему бы и нет, можно и с одним. Давайте попробуем. Итак, на ваших глазах бокал превращается в бутылку, бутылка превращается в бокал. Еще одна. Цилиндры не продаются. Да, вы знаете, ведь то же самое можно проделать и со вторым цилиндром. Если вы помните, здесь у нас с вами была бутылка, здесь появляется еще одна. Бокал превращается в бутылку, бутылка превращается в бокал. Здесь еще одна. Но вы знаете, если вы в такой, как мне кажется, сегодня очень дружной компании, ой, в такой замечательной ценно. Сцене и в компании такого замечательного артиста, то я думаю, что нам как минимум с вами понадобится еще две бутылки. Счастья, любви, хорошего настроения. И пусть чудеса как можно чаще приходят в ваш дом. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами был Артем Щукин. Спасибо.